Дорогие сочинцы, от всей души поздравляю вас с Днем весны и труда, с 1 мая. Это день, когда на улицах и проспектах наших городов проходят праздничные демонстрации. В едином строю идут люди, которых объединяет любовь к родине и уважение к труду. В этот день хочется выразить особую благодарность старшему поколению сочинцев, нашим отцам и дедам. Именно они отстояли страну в страшной битве с фашизмом. Именно они подняли ее из руин в послевоенные годы. Их трудом создан замечательный курорт Сочи, которым гордится вся Россия. Их человеческий и трудовой подвиг останется в памяти всех последующих поколений. Мы с вами продолжили движение по этому пути и многого добились. Город, в котором мы живем, один из лучших в России. И это результат нашей с вами большой совместной работы. Желаю вам, дорогие сочинцы, крепкого здоровья и огромного человеческого счастья. Мира вашим домам, с праздником вас, с 1 мая, с Днем весны и труда.